Завтра в 14 часов в киноцентре «Монитор» на Красной площади пройдет показ фильма для детей «Тум Паби Дум». В 15:00 на площади перед городским театром вас будет ждать прямой эфир. Создатели фильма встретятся со зрителями. В 15:30 в Гортеатре показ ленты «Арена для убийства». В кинотеатре «Мир кино» в 15 и в 17 часов художественные и документальные фильмы конкурсной программы. В 18:00 в Доме культуры станицы Анапской пройдут творческие встречи с популярными актерами театра. Кино. А в 19 часов в рамках программы ТВ-шок в городском театре можно будет посмотреть ленту «Аниматор». На театральной площади покажут комедию «Я худею» начало в 21:00. Следите за анонсами и не пропустите все самое интересное.